Спасибо, что ты со мной, Карлос. И ты, Мария. Получили. Божественный. Ну, в кали там все покачу. Так, я тогда буду добивать всех желтых, красных, всяких разных. Если у кого-то стоит подзарядка, да, то я колодцы поставил себе, чтобы заряжать светом. Можно вставить мод. Скажу. Ну, короче, тот, который заряжает вас от колодца светом. Понял. Только не убивайте. Вот этого давай. Ну, про кулдаун помнишь, да? Я вынуждена снова просить тебя отправиться во тьму. Двигайся быстро. Типа там надо потанцевать перед ними. Добить, потом еще подождать какое-то время, ну или меняться. Не, я помню, я знаю. Ну, Осирис как прошел? Стрим снайперы, ксимеры, уроды. Плюс подбор стопнулся. Не, эти красных-то мне оставляйте. Все, у меня кладезь есть, сейчас где-нибудь поставлю. Теперь дратуха. Игра сломалась. Это оранжевый. Довел, да? Да, да. Тут тогда посерединке стану почищу. Тут у меня солнечный есть. То есть эти оранжевые. Блять. Ай. Короче, добейте справа. Да. Налево пойду. Вот этого добить можно. Этого чё? А этот красный. Ну, я кладезь, в принципе, могу почаще ставить. Быстро откатится. Боитель. Катится, я их тут почищу на мосту. Мост опускается. Вперед. Могу тезер кинуть. Давай. Так, вижу желтого одного. Аккуратно, желтый. Блядь. Он привязанный был? Да. Сейчас тут поставлю кладезь. Внизу.
Так, ведьму надо добить. О, одна вниз вообще полетела. У всех Никотис подбор сломался. Ну, пока 130. Там как пульта откатывается, пофиг ультуй. Сразу. Этих дожму суты. Купол поставишь тут? Еще нету. Надо добить кого-нибудь срочно. Сейчас я там поставлю, хватит. Ты тоже это ощущаешь? Всепроницающее сияние ненависти, неудержимой и незамутненной, словно жар солнца. Твои подвиги вызвали так, у Улья страх и ненависть. Но теперь дело не только в этом. Так. Ты побывала там, куда стремятся попасть они, общалась с самими их божествами. Их ненависть — это личина глубочайшего ужаса, который они испытывают перед тобой. Но и сам этот ужас таит в себе нечто иное. Добить? Ненасытную жгучую зависть. Добили, нет? Не, он тэпнулся. Он тэпнулся. Он тут тэпается. Я тут поставлю. Дашь купол? Yeah. Осторожно, желтый. Ой. Ой. Ну,
этого нам не добить. Сейчас я перезаряжусь, ставьте. Ну, зачем ты его добил? А чё? Я его из кладезь хотел убить. Я его из кладезь. А, ну ладно. Что он там пишет, зомби? Ну просто скопируй сообщение. А чё, а вы куда? А мы внизу видим. Мобы? Да. А, понял. А, она же внизу осталась. Охуенно. Угу, гениально. Молодцы, Банжи. Молодцы, классно готовитесь. А, ну да. Еще надо. А тут еще появится? Да, они каждый раз появляются. Не, Джон, ты наверх. Давай. Чтобы мобов побить, а мы останемся бей. Зачем текстуру лезть ем, потом не ГМ? Да, они тут. Боль. Есть тут 9. А, есть. Выходит, зараза. Да, Банжи молодцы, как всегда. Во.
Сколько надо? Ну, говорят, 258 или 268, это 20% еще. Левая. И там есть мобов, убивайте, ты купол почаще ставь. Я добью. Там же за это тоже очки накидывают. Ну, один ты уже задал, тяжелый вопрос. Оранжевый, справа и слева. И ведьма еще. Что мы тут слишком на опень встали. Ну, ставься. Давайте. Хотел про купол спросить. Кладезь закончится сейчас скоро. Пойду. Опа. Сейчас будет кладезь. Добить бы кого-нибудь. О, как раз воители. Обычный. Его тоже можно добить. Вроде никто не выйдет, да? Выйдет, выйдет. Вышли. Выходят. У меня тут оранжевый. Да-да-да. Я добью. Все? Где еще один? Давай подамажим ее потихонечку. Все, вы тут остановимся. Ну все, походу. Все кончено. Хашладун мертва. 387. Такое. Рада слышать. Но ее присутствие еще не посмотрим. Было случайным. Вероятно, у Улья есть серьезные планы на пирамиду. Возвращайся. Нужно многое обсудить. А, ну топ 10 есть, да. Так. Пойдем зажигать тогда сейчас. Кстати, у меня фокусировка дня поменялась на гамбит.
еще барабанная дробь. 23 минуты назад написали, что они расследуют причины. А, да. Почему викинга? Расследователи, блин. 312. Так же, как расследуют, как бы увеличить нам хранилище. Так, на этой веселой ноте я пойду отдыхать. Давай. Давай. Всем, всем спасибо за игру. Доброй ночи и приятной. Триумф, кстати, не закрылся. Какой? Ну, три раза, типа. Топ 10 занять. Но это, я так понял, нам прям до конца надо ждать, что ли? Ну, да. Необходимо понять, что они сражаются на одной стороне. Она сказала, что хочет сама. Так, а этот там не дали хоть? Блемыч. Эту тоже не дали. Понимаю. 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 Круто. Белиссимо. Позажигали факелы. Так она же дается за триумф. Ну, она дается за триумф, да, но когда мне ее дали, еще на той неделе. Она у меня была одна на персонаже, я ее потом удалил, и я не смог ее достать из коллекции. И типа все. А, понял. Класс. Ну, так у тебя триумф выполнился, ты можешь ее забрать? Подойди. Я забрал еще, ну, 5 факелов я зажег, и все. И засчиталось почему. Ага. Ну, на этой неделе. Еще круче. Бянжи! Коллекция, она добавилась. Сколько же работы. Мне бы сейчас не помешала чашка. Дали, кстати, с двумя перками пипела. Последним стал цена на выбор. По кайфу, по кайфу, по кайфу, по кайфу. Подари кому-нибудь радость, и она вернется к тебе. Так, что у нас там народ в Твиттере пишет? Эрис, необходимо понять, что они сражаются на одной стороне. Телодвижения не помогут выиграть битву, но они... У меня есть лучше, Ясу. Лучше получать удовольствие, чем вообще ничего. Так. Спасибо, что ты со мной, Карлос. И ты. Итак, команда копает. Мы готовились к следующему вторнику, последние несколько дней, и, похоже, мы задернули какой-то рубильник. Пока это не будет разрешено, вы не сможете находить противников в ПВП, гамбить, и, скорее всего, вы будете загружаться в социальные локации, патрули, налеты соло. Оставайтесь на связи с любовью, Банжи. Лайки ставим, комментарии пишем, на канал подписываемся, колокольчик прожимаем, чтобы не пропускать обновления о выходе новых видосов.
3,5 миллиарда баксов, блин. На нас никто не наденет намордник. Мы коннектились, диджей, спокойно. Друг другу сейчас. Ладно, чё, пойду челобасить тогда. А можешь сейчас попробовать соло-подбор запустить, Василис, на всякий? Точно не работает? Может, они уже поправили? Мы тут всё-таки с задержкой минут 20 читаем. Ну, я стримы пооткрывал, и чё.